Дороги не по стандартам, транспорт изношен, программа переселения из ветхого и аварийного жилья идет слишком медленно. Посмотреть и проверить, на что уходят бюджетные деньги, в Новокуйбышевск приехали депутаты губернской думы и чиновники областного правительства. И увиденным остались недовольны. Кто виноват и что делать? Виталий Портов об итогах выездного заседания. Это жилье Николай Филиппов получил совсем недавно. Переселили из аварийного дома. Но новоселье отмечать пока не торопится. Видны уже первые потеки на потолке. Со стен уже сыпятся обои. В край города. Из города выкинули. Когда я с 50-го года живу в центре города. Пока в этом жилом районе Новокуйбышевска сдан в эксплуатацию только один дом. На очереди еще 5. К началу следующего года из ветхого жилья планируют переселить больше 300 семей. Но пока темпы строительства надежды не внушают. В городе не хватает застройщиков. 10% всего лишь, навсего, в этой программе задействовано переселение граждан из аварийного ветхого жилья. То есть это совсем мало на самом деле. Программа требует большего. Попросили, значит, местную власть здесь, да, исполнительную власть, посмотреть, как эти недостатки устранены, что были. Ну, соответственно, и мы приедем еще раз, посмотрим. Недовольными депутаты и представители областных министерств остались и состоянием дорог. Строительство этого участка начали в 2013-м, но доделать не успели, начались морозы. Деньги на реконструкцию выделил крупнейший нефтеперерабатывающий завод города. Качество работ, вообще подход к работе нехороший, неправильный подход, не должно быть так. С одной стороны, вроде бы и... Что-то вроде бы как все нормально было. Сейчас вот тоже как все нормально, приехали, вдруг сразу стало неожиданно плохо. Сразу стало плохо. Качество у областного Минтранса вызвало много вопросов. Технологии полностью нарушены. Такого асфальта надолго не хватит. Дорожники пообещали исправить все недостатки быстро, но процесс укладки верхнего выравнивающего слоя уже запущен. Чтобы дорога соответствовала ГОСТам, ее придется делать с нуля. Укладки фактически не готовы, потому что под этой сеткой видна грязь, видна плохая проливка, видна смесь, которая разложена, я имею в виду, у бортовых камней вручную и не укатан. То есть все остается на потом. И самое главное, ровность мне вообще непонятна. Здесь 3 слоя асфальтобетона и верхний слой, который они сейчас укладывают, ровность должна уже задаваться с нижних слоев, а не выводиться верхним слоем. Дороги, которые сделали в прошлом году, вновь требуют ремонта. Позиция чиновников жесткая, никаких доп. Средств подрядчику, все за свой счет. От состояния улиц страдает и городской транспорт. Здесь он изношен на 90%. Зато, и это один из немногих положительных моментов, общественные советы работают. Этот опыт рекомендовано взять на заметку другим городам и районам области. Общественные советы являются тем механизмом, которые во многом решают и проблемы жилищно-коммунального хозяйства. Они практически сегодня являются органами местного самоуправления. Это идея, которая была высказана и предложена губернатором Самарской области Николаем Ивановичем Меркушкиным. Но это еще далеко не все вопросы, которые требуют особого контроля. Сегодня депутаты и министры проверяли работу медиков, правоохранителей и промышленных предприятий. Виталий Портнов, Александр Ерофеев. Новости губернии. Новокуйбышевск.